Доброе утро, всем привет! Я в горячем ключе. Вот только прям приземлилась и сразу с корабля на бал иду. Хочу посмотреть источники, санатории. В общем, небольшой обзор. Я думаю, я попала в парковую зону сразу. Сейчас я посмотрю, дорогие друзья. Вот они, пожалуйста. Какие-то целебные минеральные воды. Ну, то, что им и хотелось. Очень хвалили, просто. Что здесь так здорово, такая водичка, такой парк. Захотелось посмотреть мне. На самом деле ли это так? Или это все придумано? Ну вот, звонок бесплатный. Что-то ничего, правда, не видно. Темноватенько, наверное, не будет видно. Сейчас я попробую вот так. А, вот. Сейчас немножечко навела, по-моему, видно телефон. И что я буду смотреть? Так. Буду смотреть скалу спасения, Дантово ущелье, часовню в честь Иверской иконы Божьей Матери, памятник минеральной воде, даже так, арка в честь 50-летия курорта, рукотворная ванна, источник святителя Пантелеймона, арка 140-летия курорта, триумфальная арка, адыгский столб и древний накопитель воды, и крепость Псы-Фапы. О боже, не выговоришь. Ну ладно, пошла. Иду, как одинокий путник. Никого пока. Не знаю, может быть, я не по той дороге иду. Здесь речка. Вот какая-то дорога вверх идет. Может, мне сюда даже надо. Спросить тоже не у кого. Здесь много санаториев. Значит, санаторий Горячий ключ. Потом не знаю. Нет, тупик. Тупик, оказывается. Пошла я в другую сторону. Так. Продолжение будет следовать.